Здравствуйте, меня зовут Тилков Сергей Валерьевич, я риэлтор, занимаюсь продажами новостроек в Рязани. В данном видеообзоре покажу вам стадию строительства жилого комплекса «Новое измерение», который строит застройщик группы компании «Единство» в районе Горроща на улице Чкалова. Так, ну начинаю обзор, показываю вам стадию строительства жилого комплекса «Новое измерение». Сейчас нахожусь на улице Чкалова. В ту сторону дорога идет в сторону площади Победы. Если проехать сюда для ориентира, там пересечение с улицы Островского. Перед вами сам жилой комплекс «Новое измерение». А он состоит из двух очередей, кто не знал. Вот первая очередь, вот эти два дома по фасаду работы, я смотрю, уже практически закончено. Уже стоят и корзины, конструкционеры. А первая очередь строительство включает в себя дачу еще нежилого помещения, которое вот такое длинное сейчас стоит. Сейчас вам покажу. Изменения с прошлого видео, то, что, конечно же, идет отделка и по вот этого помещения. Уже практически сделано остекление, но сейчас будет идти работа по фасаду. Окончание строительства первых, вот этих первых двух домов, в первую очередь жилого комплекса, 2025 год. Но сам жилой комплекс состоит из нескольких зданий. Вот если вы сейчас посмотрите, сейчас вам приближу, идет строительство второй очередь жилого комплекса «Новое измерение». Окончание строительства в 2026 году. Квартиры здесь в наличии есть. Квартиры тоже есть и маленькие, и большие. Можно сказать, на любой вкус кошелек. Планировки можно повыбирать. Обязательно, когда выбираем квартиру в этом комплексе, если есть возможность, приезжаем сюда на стройплощадку. Важно, куда будет смотреть окна. От этого бывает принятие решения, нужна квартира или нет. Светлая, темная сторона. Так что не забывайте посещать строительную площадку. Для этого, конечно, обращайтесь, это я вам все помогу. Посмотрите, в данный момент считаю, что все позитивно. Первые два дома, ну, внешне уже вообще готовы. Второй строится, я смотрю, полным ходом. Вот, работы идут прям очень активно. С каждым моим роликом, с каждым появлением пытаюсь делать обзоры почти каждый месяц. Что-то изменяется положительно, что-то достраивается. Или растет этажность, или подходит к завершению. Отделка уже, ну, предыдущих очередей. Но это, я думаю, если смотрите за роликом, это вы все видите. Так что позитивная нота, хорошая степень готовности. И второй дом строится, который, конечно, сейчас более интересен, потому что квартиры здесь продаются и можно приобрести. Соответственно, работают сейчас рассрочки, но ипотеки, само собой. Обращайтесь, за строительные компании сейчас, ну, придумывают какие-то новые моменты. Сами знаете, что обстановка нелегкая, отменились какие-то льготные программы, но работать будем, строить будем, продавать квартиры надо, поэтому строительные компании что-либо будут придумывать. Уже есть какие-то моменты расстройщик, которые интересные, поэтому все надо узнавать, интересоваться, спрашивать и приезжать на объект. Ну, на этом мой видеообзор подошел к концу. Надеюсь, информация была полезна для тех, кто ищет себе квартиру в Рязани для покупки, для тех, кто купил здесь недвижимость и следит за стадией строительства своего жилого комплекса. Ну, также передаю большой привет тем, кто обратился ко мне при покупке недвижимости на этом объекте. Спасибо вам за рекомендации. Для удобства понимания цен в этом жилом комплексе оставлю ссылку на сайт в описании и в комментарии под видео. Ролик заканчивается. Всем доброго. До свидания.